Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. У меня много классных рецептов. И не только. Сегодня мы с вами будем заготавливать дыню на зиму. И сделаем из нее просто невероятные вкусные сушеные чипсы. Мы покупали такие чипсы в магазине, и они стоят примерно 5000 рублей за килограмм. Да-да, вы можете сами загуглить чипсы из дыни купить и проверить это. Я это не придумала. А мы можем сами легко и просто и намного дешевле приготовить такие чипсы дома. Вот такие вот прекрасные чипсы у нас получаются. Посмотрите, какие они тонкие, мягкие. Такую дыню можно хранить в контейнере, в плотно закрытой крышкой, или убрать в холодильник. Ну, мне кажется, что вы быстрее съедите, чем уберете на хранение, потому что чипсы очень вкусные, и дыня получается даже слаще, чем свежая. Обязательно попробуйте приготовить такие дыни, особенно если у вас есть сушилка. Если сушилки нет, можно попробовать сделать в духовке на режиме конвекции. И пишите в комментариях, как вам результат. Чтобы не потерять мой канал из виду, подписывайтесь на меня в Дзене, в Ютубе, в Инстаграме и в ТикТоке. Увидимся!